Их души навсегда остались там, в синеве неба. Вечная память. Минута молчания. В Химках прошел торжественный митинг, посвященный Дню воздушно-десантных войск. Депутаты, активисты партии «Единая Россия» и жители округа возложили цветы к подножью мемориального комплекса «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» в сквере Марии Рубцовой. Они почтили память десантников, погибших в локальных конфликтах. Для нашей страны это важное событие. В ВДВ идут люди, которые в первую очередь являются патриотами нашей страны. Мужественные и уверенные в себе. Плечо к плечу 94 года защищают нашу Родину. И очень важно, что почти все берут с них пример. История ВДВ началась 2 августа 1930 года во время войсковых учений Московского военного округа. С транспортного самолета была десантирована группа из 12 парашютистов. С этого дня в Красной армии началось создание воздушно-десантных войск. ВДВ – это гордость нашей армии, школа мужества, которая учит быть верным родному отечеству и бережно хранить традиции. В городском округе Химки в рамках нашего широкомасштабного проекта «Успех в единстве поколений» запланировано большое количество памятных мероприятий, посвященных этому празднику. Бойцы ВДВ пришли на площадь в голубых беретах и тельняшках. Они тепло поздравили друг друга и сделали памятные фото. Валентин Угадчиков, десантник, служил в Афганистане. Для него 2 августа – особенный день. Он часто вспоминает боевое братство. Ну вот прошло 38 лет, а мы до сих пор встречаемся. По прошествии лет сейчас все вспоминается как с радостью великой. Тогда, может быть, и было тяжело. Сейчас, ну, с радостью вспоминаю эти времена. В конце торжественного митинга по традиции глава округа Дмитрий Волошин возложил цветы к памятнику. К церемонии присоединились все присутствующие. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.